День добрый, друзья дорогие, наши подписчики, клиенты, конкуренты, всем огромный привет. Сегодня из немножко пасмурной, уже почти совсем летней Алании компания Arbat.coms приветствует вас. Я Татьяна Пикер, всем счастья и здоровья. На повестке дня сегодня снова центр Алании, квартира 2+1, 120 тысяч евро. Сразу не отключайтесь, потому что сегодняшнее предложение стоит этих денег. С утра посмотрела фотографии, решила, да, все же, вот эту фразу я вначале скажу. Дому 15 лет, нахожусь я сейчас на парковке этого комплекса, 650 метров от моря, самый центр Алания. Вот у нас дом восьмиэтажный, из одного блока состоит, наше предложение находится на втором этаже. И что имеется из инфраструктуры, кроме парковки, это сауна, тренажерный зал, управляющий и генератор. Вся инфраструктура в пешей доступности, сами понимаете, что это у нас центр Алании, и рядом находится государственная школа, даже, скажем так, лицей. Дорогие мои, поехали в квартиру, предложение очень интересное, даже в кадре мелька сегодня много не буду, потому что квартира меня затмит. Я на месте, начинаем по стандарту с коридора. Предисловие: в этой квартире обновлено все, от проводки, труб, пола, потолка, все абсолютно новое, включая новую мебель, новую бытовую технику, кондиционеры и так далее. Бросается в глаза гранит на полу, очень хорошего качества и такой специфической цветовой гаммы, мне очень понравилось, не знаю как вам, напишите пожалуйста в комментариях. Прекрасный холл, шкаф. Имеется у нас, пожалуйста, пуфик вешалки для вашей верхней одежды. С правой стороны один санузел. Есть еще второй, чуть попозже. Сами смотрите. Также здесь у нас все шкафы, вся сантехника, все абсолютно новое. Напротив санузла мы видим спальню детскую или гостевую. Что мне бросилось в глаза здесь? Качественная люстра, качественная мягкая мебель и то, что здесь не односпальные кровати, а две полуторки. Кондиционер новый, видим, шкаф достаточно просторный, и так, балкона у нас нет в этой комнате, вообще в этой квартире два балкона, но один внесен в площадь гостиной. Дальше посмотрим мы с вами родительскую спальню, и прямо по коридору мы входим также в полностью новую и отремонтированную ванную комнату. Здесь душевая кабина есть и стиральная машина присутствует также. Вот квадратная новая, также отремонтированная спальня со всем необходимым. Двуспальная кровать даже побольше, king size. Шкаф идентичный шкафу в детской или гостевой. Все очень просто, без лишек. Тоже такое интересное трюмо, пуфик для макияжа. Балкона здесь также нет. Я вижу, что окна здесь выходят на... Да, дорогие мои, на восток. Квартира, в принципе, могу сказать, что теплая. И... смотрим с вами гостиную. Итак, финал делаем, как обычно, в гостиной, прекрасной площади. И здесь есть зонированная кухня. И, дорогие мои, вот эта вот бомба для хозяюшек, это у нас островок. Но варочная поверхность не здесь. Варочная поверхность у нас напротив. А здесь островок будет использоваться как обеденная зона. И внизу очень много есть у нас шкафчиков для вашей посуды. Давайте сразу, бытовая техника вся присутствует. Холодильник, микроволновая печь. Кстати, фартук у нас стеклянный. Не знаю, вам нравится или нет. Очень красиво и стильно оформлена эта квартира. Варочная поверхность газовая, духовочка, вытяжка. Все присутствует для вашего комфорта. Так, следующее. Вот, что мне понравилось. Это у нас балкон. Также все отремонтировано, включая остекление. Красивая тоже балконная мебель, дорогие мои. Там мы с вами будем подводить итоги. Теперь подходим к зоне отдыха. Единственное, что здесь не хватает, это телевизора. Уже в последнее время телевизор хозяевами квартиры не покупается, потому что многие с лэптопами, многие с телефонами, и, в принципе, это такая индивидуальная вещь, поэтому это уже хозяин, новый хозяин квартиры приобретает сам. Огромный диван раскладывается. Тут у нас небольшой, также в стиле минимализма,
журнальный столик, ковер. Я бы сюда, наверное, бежевый ковер постелила. Кондиционер видим новый. И вот тоже такая симпатичная зона отдыха. Я вам говорила, что здесь и присутствует второй балкон. Второй балкон внесен в площадь гостиной, чтобы расширить. В принципе, получилось неплохо, я считаю. Получилось неплохо. И два балкона в гостиной, наверное, это уже лишнее. Я вас жду на балконе, будем подводить итоги. Друзья мои, подводим итоги здесь, на нашем уютном балконе. Итак, смотрим мы с вами сегодня предложение 2 плюс 1. Площадь 130 квадратных метров. Квартира находится на фактическом втором этаже. Даже этаж, наверное, 2,5, потому что есть у нас инфраструктура комплекса. Дому 15 лет, расстояние до моря 650 метров, один блок 8-этажный. Напоминаю, мы находимся на втором этаже. На какие стороны выходят окна? Восток и север. Из инфраструктуры городской все в пешей доступности, все магазины, так как это у нас, сами понимаете, центр Алании. И вот здесь вот за мной, какого цвета? Желтого цвета, находится государственный лицей. Так что если с детками приезжаете, будет вам удобно. Стоимость предложения 120 тысяч евро. Дорогие мои, предложение бомба. Полностью новое, все отремонтировано от А до Я. От новой мебели до проводок, труб и так далее, наверное, наоборот. Итак, еще раз, 120 тысяч евро. Компания Arbat Homes, Татьяна Пекер. Счастья, здоровья, всем пока-пока.